Рядом со мной находится волонтер фонда Илья. Илья, привет. Привет. Илья, скажи, пожалуйста, как ты стал волонтером и почему? Меня пригласил благотворительный фонд «Мой одногруппник» из Института театральных искусств. Поскольку в моей семье есть приемная сестра, младшая из детского дома, я решил, что я хочу и должен помочь в этом деле, просто потому что могу. Как удается совмещать и учебу, и волонтерство? Не всегда получается, но я стараюсь. За счет каких-то репетиций, занятий. Иногда я жертвую занятиями ради того, чтобы приехать в фонд и помочь. Хочется верить, что с каждым разом неравнодушных людей будет больше. Что такие мероприятия будут проводиться чаще. А собранные средства внесут свой вклад в развитие детских творческих способностей. Огромное спасибо всем и каждому, кто принял участие в данном мероприятии. Низкий вам поклон.